Пара движений и заднее сиденье авто превращается в так называемую подставку под носилки. Салон новых автомобилей неотложной помощи просторный. Ехать внутри комфортно и водителю, и доктору, и в случае необходимости пациенту. Алексей Волков за баранкой не один год и с уверенностью говорит, машины хорошие. Ему точно есть с чем сравнить. В первую очередь отмечает высокую подвеску. Такая позволит пройти и по снегу, и по бездорожью. Пути встречаются разные. На вызовы из Химкинской больницы ездят по всей Московской области. Очень глобально вот это пополнение, потому что скорая помощь не справляется. Да нет, для неотложной помощи, как его, у нас ребята просто зашиваются от работы. Ну, машины оборудованы кондиционером, стеклоподъемники. Сзади вот носилки есть, как его можно больного транспортировать. И так вот, ну, уже в окрасе машина, как его видно, что это медицинская помощь. Телефон диспетчерской не умолкает 24 часа в сутки. Сколько вызовов поступает ежедневно, даже сами доктора навскидку не скажут. Давно сбились со счета. На сегодняшний день в Химкинской областной больнице в тяжелом состоянии из-за новой коронавирусной инфекции находятся около 500 пациентов. Каждый день их количество растет. Наше первичное звено осуществляет большое количество выходов на дом. Ну, прежде всего, чтобы и пациенты не ходили, больные пациенты не ходили и обслуживались на дому. И это связано с тем, что действительно тяжелых состояний реально много. Поэтому все наши сотрудники, которые выходят на вызовы, сейчас обеспечены транспортом. Обновленный автопарк – централизованная поставка правительства Московской области. Поддержка в столь сложное время, отмечают медики, важна как никогда прежде. 15 новых автомобилей скорой неотложной помощи отечественной марки на рейсы планируют выпустить уже на следующей неделе. Нина Бережная, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.